Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Василий Дулепинский. Наш автомобиль называется «Шкода Рапид», и он любезно предоставлен официальным дилером «Шкода» в Перми, компании «Next Auto», на Спешилова 107 в Камской долине. Начнем с телезрительского кадра дня. Это видео прислала нам Светлана Федотова. Закамск, улица Ласьминская, 86А, напротив бензоколонки. Снято вчера вечером. Что это за зеленая жижа разливается по Закамску, спрашивает Светлана. Вода такого цвета быть не может. Мы переадресуем этот вопрос соответствующим службам Кировского района, потому что действительно такой зеленой воды в природе быть не может. В дождливый день к нашему дому не подойти, написали жители. Дом номер 16 по улице Дружбы. Мы целенаправленно приехали сюда в день сухой и солнечный, чтобы было отчетливо видно, что именно прячется под слоем воды в дождливую погоду. Ямы и канавы. Теперь вы понимаете, почему обитатели дома номер 16 по улице Дружбы не в состоянии подойти к своим подъездам в дождливую погоду. Разве что только на лодке. Дворы у нас, как известно, маленькие и тесные, а машин становится все больше. Поэтому люди буквально миллиметрики выгрызают для парковки. Кадр дня из серии «Не пытайтесь повторить этот трюк», выполненный профессионалами парковки. Конец лета – урожайное и горячее время для дачников. Если вы думаете, что мы сейчас в дачной теплице, ошибаетесь. Мы на балконе обыкновенной городской пятиэтажки. Пермяк Александр Сергеевич устроил маленький огородик прямо здесь. И вот буквально протягиваешь руку, и вот у тебя в руках свежайший, что называется, только что с грядочки помидорчик. Хошь в салатик, хошь так. И помидоры – это еще далеко не все. Перцы, патиссоны, горох, бобы. И в этом году впервые уродилась крупная Виктория. Ну, я на дачу сейчас не могу ездить, а охота свое вырастить своими руками. Как я уже занимаюсь этим год четвертый или пятый, и у меня пока вот такой урожай нормальный. Радует? Да. Грядущие выходные обещают быть теплыми. Провести их весело, интересно и позитивно желают вам Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. И, конечно же, не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефей» в интернете. В понедельник увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.